то как правильно пользоваться благовониями. Благовония – это своего рода тоже энергообмен. Это энергообмен с тонким миром. Это не, они не просто благовонные палочки, это не только для того, чтобы вам было приятно, как бы аромат вокруг вас осуществлялся приятный. Нет, благовония – это дань тонкому миру. Фактически каждый раз, когда мы зажигаем благовоние, мы привлекаем удачу в свою жизнь. И когда я начала только работать, да, с благовониями, я это уже знала, и я всегда, когда зажигаю благовоние, я стараюсь проговорить что-то. Да пребудет мир во всем мире, да получится у меня сегодняшний день, да, да будет хорошая поездка и так далее. Друзья, правило номер один, пожалуйста, запишите. Пусть каждый день у вас проходит с приношением благовоний. Зажигайте благовония, когда вы считаете деньги. Зажигайте благовония, когда вы отправляетесь в путь. Окуривайте себя перед важной встречей и, что немаловажно, после встреч с людьми. Потому что благовония, они убирают весь негатив и открывают вам дорогу, мои дорогие, к удаче и успеху. Когда вы читаете мантры либо аффирмации, ароматный дым благовоний откроет вам дорогу к исполнению мечты. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь прямо сейчас, сделайте очень важный шаг. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Потому что успех следует только за действием.